Здравствуйте, дорогие друзья. Сегодня у нас небольшой ответ на советскую тематику. Ну, как вы догадались, число фотолюбителей. И фотолюбителей, да. Фотолюбителей этой касаемо пленочной фотографии. Вот, сегодня обзор на такие удлинительные кольца. И то, по идее, еще в комплекте еще одна набалдажечка должна быть. Короче, удлинительные кольца для фотоаппарата Зенит для макросъемки, то есть для фотографирования каких-то мелких объектов. Вот. Вот эти все кольца накручиваются. И дальше берется объективчик. Да, в данном случае у нас зенитовский Helios 44M дефис 4 2/58. Такая вот штукенция. То есть хлопача. Ну, грубо говоря, мы удлинили все это дело. Дальше накручиваем все это на фотоаппарат и делаем снимки каких-то мелких объектов. Такая вот штучка. Эта штучка вся из алюминия. Конечно, объективчик весит так приличненько. Советский, добротный. Колечки у нас вот такие, что тоже немножко подизношенные, но это, в принципе, ничего страшного, на это, на работоспособность это сильно не влияет. Все это у нас в пластиковом кейсе, еще, по идее, там должна быть инструкция. Кейс, видим, такой подизношенный, в царапинках. Вот зенитовский знак, все дела. Не буду вас сильно мучить данным обзором. Я не прям профи по фотоаппаратной тематике, но мне эта тема тоже прикалывает, как бы. Здесь видим всякие циферки интересные. Шикарная вещь. Так, ну, прикасаешься к истории. К истории. Ладно, всем ариуар, ауфидерзейн.